Всем доброго времени суток, мои дорогие подписчики. С вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Друзья, сейчас хочу вам рассказать, то, что я очень спешу, прям бегу быстрее, прям записываю этот ролик. Прям очень сильно сейчас начинаю спешить. Закупаться на свои деньги, друзья, покажу. Специально вам открыл обменник, мне никто не платил за рекламу. Меня никто не просил, я сам лично инвестирую. Это очень редкий случай, потому что, как вы знаете, то, что все блогеры, почти все работают по листингу в основном. Тут, друзья, такой проект нельзя, так сказать, пропустить. Все, что у меня есть, все возможные деньги, которые у меня есть, я все инвестирую сюда и сейчас очень спешу. Почему, друзья? Потому что курс был 14 центов, уже 14.86. Я бегом. USDT-шку меняю на BNB-шку, можно на Tether поменять, BEP20, но я поменяю на BNB-шку. Я сейчас полтинничек решил сюда докинуть. Сейчас у меня немножко есть BNB-шечки, всех сейчас солдатиков обменяю. Сейчас увидите, всех солдатиков обменяю и буду максимально сюда заходить. Копируем наш адрес. Так, нажимаем наш Binance Coin кошелек. И нажимаем перейти к оплате. Так, у меня сейчас 0.17 выходит BNB. Нажимаем перейти к оплате. Так, у нас тут кошелечек TRC20, USDT-шка. Копируем, открываем свой Tron Link. Так, я надеюсь, она скопируется. Открыл специально обменник. Сейчас буду переводить средства. Нажимаем свою USDT-шку, нажимаем Send. Нажимаем сюда, нажимаем Next, выбираем 50 и нажимаем Send, небольшая комиссия. Все, ждем заявочку. Друзья, надо быстрее, максимально, все, я оплатил, пока курс. Курс 30 центов будет. Представляете потом, сколько я денег могу заработать и сколько потом, как дорого будет покупать. Я спешу максимально. Так, заявочка у меня обрабатывается. Так, сейчас запоминаем, сколько у меня BNB-шки. Все при вас показываю, инвестирую лично свои деньги, друзья. Хотя я тут, можно сказать, и в плюсе, как бы, но я мог бы просто там прибылью играться. Но я докидываю, усиливаюсь, причем своими деньгами, потому что это хороший, действительно стоящий проект, который я считаю, и опыт, видите, у меня очень большой. Я миллион проектов перепробовал, просто. Всякий и на скамеров попадался, и на фастах, и... Так, чтобы я свои личные деньги инвестировал, это очень большая редкость. Тут я захожу, тут я вижу перспективы. Давайте смотрим, у нас 0.12 BNB, сейчас наша заявочка обрабатывается, проверяем, как заявочка будет обработана. Так, и мы покупаем, сейчас будем менять BNB-шку. Почему я менял BNB-шку, а не BEP20, USDT-шку? Потому что, ну, у меня BNB-шка, во-первых, осталась еще. Тут можно, кстати, менять очень много всего. Даже эфириум можно менять. Ну, токен эфириум, скорее всего, это сеть BEP20. Как есть биткоин сеть BEP20, сеть Binance. Давайте выбираем BNB-шку. Так, у меня баланс 0.30, значит заявочка обработана. Все, даже не пришлось. Так, у меня 0.30, давайте оставим на комиссию немножечко. Давайте 0.29. У меня 523 солдатика. Нажимаем Confirm Swap. Это просто шикарный, великолепный проект. Просто шикарный, можно сказать. Проект, ну, великолепный. Почему? Потому что... Я его не рекламирую ни в коем случае. Ни в коем случае я что-то не принуждаю. Только показываю, где я зарабатываю, куда лично инвестирую. Вот сейчас я проинвестировал свои личные деньги. Говорю все по-честному. Где-то есть такое, что покупают листинг на моем телеграм-канале. Я тоже думаю, вы об этом должны понимать. Сейчас, друзья, такие проекты пропускать, я считаю, нельзя. И тут личный выбор. Вот, это единственный проект у меня, ну не единственный, нет, есть у меня, конечно, парочка фастов у меня были разные, там тот же NFT Miner, там тот же Green, где я по личному выбору заходил. Бывают какие-то даже долгосроки, ну это редкость. Так, смотрим, так, солдаты у меня появились в кошельке, я не помню, транзакция была успешная.
Давайте откроем сейчас свой MetaMask, но показывает то, что на балансе у меня 541 уже. Так, отлично, у меня на балансе 541. Давайте мы все вот это вот выведем сейчас. Почему я вот это все нужно выводить? Ну, потому что, смотрите, чтобы оно там не накапливалось, чтобы оно, ну, чтобы оно не исчезло. Бывает такое, что исчезает. Хотя, давайте, ладно, выведем сейчас лучше, на всякий случай. На всякий случай я лучше все выведу и заново создам реинвест. Так, сейчас транзакция подтвердится, и я вложу сейчас в армию, и сколько я буду зарабатывать. Сейчас я пока что ничего не заработал, как видите, я решил еще вложиться, еще докинуть. Так, я могу создать еще 54 армии. Нажимаем создать 54 армии, я создаю по максималке, захожу. Вот, сегодня сделали хороший реинвест. Хороший реинвест, потому что токен был до 24 центов опускался. Я все-таки жду, что он вырастет до 30 центов, плюс еще 10% в сутки мне капает. И сколько я буду зарабатывать, давайте посчитаем. Ну, зарабатывал я тут, конечно, уже, как бы я сейчас, можно сказать, конечно, не рискую, потому что я тут хорошо заработал, но тем не менее, тоже это как бы риски. Я мог бы дальше не делать реинвесты, но я вижу перспективы. Так, у меня 426 сейчас армий. Давайте посмотрим, сколько я буду зарабатывать в день. Вместе с рефералами, мне, кстати, сегодня 60 с чем-то, там почти 70 пришло с добровольцев. Достаточно хорошая сумма, я считаю. Почему? Потому что у меня очень большое количество уже партнеров. Ну, давайте будем считать по 500. Давайте возьмем калькулятор наш любимый, который вы все так любите. Постоянно за этот калькулятор же спрашивали у меня. Возьмем 500, умножим на 0.3. Давайте умножим на 0.3. Токен ждем по 30 центов. Это $150 будет в день у меня. Ну, уже неплохо. Не те, что я там выводил, там 57, там 80. $150 в день будет. Давайте поделим на 2. Это при плохом раскладе, если будет 15. Ну, $75 в день. Давайте еще 500, наверное, умножим на 0.1. При самом таком пессимистическом даже раскладе. Все равно $50. Я сюда зарядил там $200, потом 50. И в итоге я в плюсе. Все равно даже неплохо. При любых раскладах я вижу тут хорошие перспективы. И вижу, даже при самом пессимистическом раскладе, вижу то, что заработок будет хороший. Заработок, тем не менее, неплохой. 11% в сутки плюс рост токена. Все-таки прогнозируем его до 30 центов, потому что движение уже пошло, потихонечку токен растет. Сейчас закупаться, я думаю, самое время, люди это понимают, люди сейчас начнут закупаться, он вырастет до 30, там может даже до 40 уже поднимется. Сейчас еще выходные, я думаю, с недели вот с рабочей, там 30-40 центов уже тут будет не... Давайте еще возьмем калькулятор, если мы частично еще буду реинвестировать, думаю, завтра, если будет у нас тут 600 в день, например, токенов, даже умножим на 0.4, это за эту неделю уже по $250. Хотелось бы выйти. Все, на этом побольше вам профита. Никогда не забывайте о рисках и до новых встреч.